Вот осталась у меня такая интересная коробка из-под чая, и я подумала, что же можно из нее сделать. Конечно, вы можете что-то в ней хранить, допустим, линейка или ручки, но я решила сделать кое-что еще. Мне недавно написали, что не видно, как делать вот такое вот отверстие, поэтому сняла как можно максимально близко. Наверное, вы уже догадались, что это неплохая будет копилка. Но это будет копилка, которая открывается. Если вас не устраивает этот вариант, предлагаю еще другой. Также, если вы вырезали слишком большое отверстие, можно его загнуть обратно, оно будет поменьше. Проверяю, как входят деньги, все ли нормально. И если вас устраивает этот вариант, берете горячий клей и проклеиваете крышку. Также предлагаю не просто собирать деньги, а сделать это занятие более интересным и увлекательным. На листке бумаги пишите числа, например, от 1 до 100. Можете выбрать числа, какие вам нравятся, можете выбрать числа побольше, там 50, 60 или четные цифры, на ваше усмотрение. Такой листочек бумаги можно, конечно, наклеить на копилку, но лучше, наверное, положить просто рядышком. Когда вы будете ложить какую-то денежку, вы просто вычеркиваете ручкой ту денежку, которую вы положили. Таким образом будет интересно собирать. Думаю, это еще будет интересно собирать с детками.